Слушай, Оля, я никак не налюбуюсь на эту сковородку. Она такая практичная, она такая качественная. Три в одном. Сковорода с крышкой Optima от компании Welberg. Почему три в одном? Слушай, подожди, я тут вижу два в одном. Крышку и сковородку. Подождите. Давайте вспоминать, почему три в одном. Потому что здесь широкое дно и, конечно же, антипригарное покрытие. Значит, вы можете готовить стейки. То есть это такая используем как сковородку. Раз. Второе. Вы можете готовить здесь суп. Или тушение. Ну, ладно. Да, потому что здесь высота борта у нас 8,5 сантиметров, значит, вы можете тушить, тушением заниматься, использовать как сотейник для приготовления плова и, конечно, готовить суп. Итак, еще раз. Жарить стейки. Раз. Так. Тушить мясо, добавили соус. Два. Готовить суп. Глубина позволяет, а объем 3 литра. Три литра! Кстати, сколько вы экономите места в вашей кухне? Да. Сковородка, получается, не нужна. Вы покупаете один вот этот прекрасный, хотел сказать, гаджет. Сковородка. А чем не гаджет? Кухонный гаджет, конечно. Итак, дорогие мои, у нас на выбор есть два цвета. Красный цвет, крышечка тоже, смотрите, какая милая, красная. И есть еще коричневая расцветка, тоже не менее привлекательная. Делайте свой выбор, коричневую или красную. И обе имеют крышки со стеклянной крышкой, которая еще имеет специальное отверстие. Итак, 990 рублей. Меньше 1000 рублей. А вы хотите иметь сковороду с крышкой, которая будет делать разнообразные блюда и заменяет в себе 3 предмета. И кастрюлю, и сковороду, и сотейник. Вот это предложение лучшее из сковородок сегодняшнего дня. Оля, название-то какое? Оптима! Оля, давай расскажем, из чего состоит наша прекрасная сковородка и почему так вкусно получается. Как вот ты на это смотришь? Во-первых, итак, друзья мои, во-первых, это настоящий алюминий. В 7 раз по теплопроводности быстрее, чем сталь. То есть стальные. То есть мы экономим время, и мы экономим электроэнергию. Раз, два. Второе. Здесь антипригарное покрытие. Мы экономим на моющих средствах. Смотрите. Вот смотрите, я сейчас помешиваю макароны, а они у меня здесь жарятся. Раз. Переходим сюда. Сюда немножко переходим. Мы помешиваем стейк без всякой лопатки. Ничего себе! Оператора вы смотрите, как побили. Мяско у нас подскакивает. Суп. Вот выкладываю. Я хотела это увидеть. Суп, который мы тоже готовим в нашей сковороде с крышкой. Сейчас протру. Смотрите, какая она большая. Вы посмотрите, какая она удобная. И причем вы можете готовить абсолютно все блюда. А вот ты макароны когда готовил... Смотри, не помещается. Ты прям там вот в воде и потом слил воду? Или как вот эта технология? Я действительно варил здесь, потом выпаривается вода, оставил делать, добавил чуть-чуть оливкового масла, можно растительно, розмарин, чеснок, и у вас готово. Суп наливаю. Записывайте. Мария. Вкусные макароны, добавляем розмарин и чеснок. С фрикадельчиками. Это рецепт от Олега Сотникова. Смотри, а теперь еще и суп. Я просто хочу продемонстрировать, какая она вместительная. Большая миска. Фиала, смотрите. Да, большая. О! Посмотрите, как великолепно все получилось. Прекрасный суп, и не поверите, мы его тоже приготовили на сковороде с крышкой Optima. Записывайте название. Сковорода Optima 990 рублей. Смотрите. Просто подумайте, в магазине такая будет стоить по меньшей мере 1400-1300. Это еще поискать. Итак, заказывайте и выбирайте цвет.